Ребяшки, хеллоу, как говорится. Приветствуем вас в городе Павлово, 80 километров от Нижнего Новгорода. Два интересных момента. Первое, город очень даже неплох, приезжайте посмотреть. Второе, Павловский автомобильный завод. Легендарные пазики до сих пор делаются здесь. Но сегодня мы хотим показать вам вот это вот. Сиреневый автодом на базе пазика. Колеса и мосты от ГАЗ-66, родной движок. Капсульные кроватки, внутри там очень клево. Обзор и даже небольшой тест-драйв, возможно. Поехали. Значит так, два вводных и основных момента по поводу этого автодома. Первое — это ПАЗ-3206. Этому автобусу около 10 лет, но заказчик пригнал сам этот автобус, сказал, что ему нужен автодом именно на базе этой модели. Тут вообще много, что заказчик попросил сделать, так сказать, по-своему, об этом мы еще поговорим. Второе, компания называется «Автоуслуги». Судя по всему, ребятам можно доверять, потому что они находятся здесь, в Павлово, прям почти на территории завода. Ух, как здесь задувает. А также занимаются доработкой пазиков уже около 20 лет. Это один из их первых автодомов, и получилось, кстати, вполне неплохо. Что у нас по контуру? Какие есть интерфейсы? Перво-наперво маркиза. Приехали, пикничок, достали, поставили, красота. Дверь. У пазика... У пазика, да. Не смотрите, пока не смотрите. Там внутри так классно. Очень понравилось. Вот. Так, смотрим. Здесь у нас ящик. Разводка по газу. Здесь у нас аккумулятор. Аккумуляторов в этом автодоме 2. Это у нас стандартный аккумулятор, который здесь, в принципе, так и стоял. Центральная входная дверь. Красота. Сейчас покажем. Заливка чистой воды. Бак грязной воды находится снизу вот здесь вот, то есть сливной бак. Здрасте. Здрасте, здрасте. Приятные, уже в Павлово приятные люди живут. Подножка. Подножка. Когда машина едет, подножка убирается автоматически. Спереди у нас стоит лебедка, а также светотехника сверху. Ну, добавляет не только света, но и добавляет красоты. Смотрится симпатично, как мне кажется. А фары тоже новые. Фары поставили другие. Выхлоп отопителя. Здесь у нас бак. Бак стоит 160 литров, 92-й бензин. И что самое интересное, этот пазик, мало того, что полный привод, он ездит не только на бензине, на 92-м, но еще и на газе. Отопитель, трума, выхлопная труба, кассета туалета. Наполнилась, слили, все хорошо. Дальше, есть вот такой вот интерфейс. Открываем, поднимаем. Это у нас багажный отсек. Клиент нужен был именно вот такой, больше ему не нужно. Но, тем не менее, шпингалет, наш шпингалет открывается, можно засунуть лыжи, что-нибудь длинное. Вот, газовые баллоны, вот. 95 литров каждый, полный привод, мосты от ГАЗ-66, двигатель переключается с бензина на газ. Пробег у этого пазика, автономность, 1000 километров. Так захотел заказчик, он сказал, что хочет ездить на нем по России. А чтобы ездить по России на пазике, сэкономить на отеле и все такое, нужен комфорт, нужно зайти внутрь. Заходим. Подножка выехала автоматически. Аккуратненько. Поднимаемся. Самое первое и самое крутое. Полный рост. Автобус. У вас дом на колесах на базе автобуса. У вас много вопросов. Типа, это чего, как? Кресло вот это здесь зачем стоит? Гостехнадзор. Этот автобус теперь не автобус, это дом на колесах. Права категории D здесь уже не нужны. Это кресло именно в таком виде, именно оно должно здесь стоять. Только так. Иначе бы... Слушайте, оса сожрет точно. Она с тобой уже летает минут 20. Давай я выгоним отсюда. Так, 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 так. Вот так, давай, давай. Все, отлично. Да, опять залетела обратно. Какая-то она настырная. Иди, иди, пожалуйста, иди. Да, нам это кресло тоже не особо понравилось, но ребята сказали, что с именно этим креслом, именно здесь, им разрешили поставить его на учет именно вот в категории автодом. Итак, 6 посадочных мест. Водительское, вот это вот, и вот здесь вот. Полочка. Чемодан прям можно засунуть. Подсветка, люки. Люки доработаны. В пазике есть люки, но они здесь доработали. Потолок стоковый, стандартный. Музыка неплохая. Пионер стоит вот здесь. Вот двигатель находится вот там. Вот это мы сейчас отдельно покажем. Значит, кухонная зона. Плита, раковина, разделочная до поверхности здесь. Полочка вот тут вот. Все полочки у нас, как обычно, по фэншую, да, открываются, закрываются с бортиками, чтобы ничего не вывалилось во время езды, не болталось. Все-таки, ну, пасек, но тем не менее.
Здесь у нас электрика, а также солнечные панели. Да, у этого пазика есть солнечные панели. Помимо двух аккумуляторов, еще и солнечные панели на крыше, блок управления солнечными панелями. Заказчик захотел именно так. Бак 100 литров. Это чистая вода. Бак решили поставить именно здесь, чтобы вода не замерзала. Ну, уже сентябрь месяц, Павлов вон дубак дует, задувает. Холодильник. Холодильник с морозилочкой. Свет. О, свет включается. Здесь опускается у нас шторка, видимо. Да, шторка опускается. И вы можете заметить, что штор на основных окнах нет. Да, мы тоже это обратили внимание. Ребята из автоуслуг сказали, что надо бы поставить. Заказчик сказал, не надо. Ему шторы не нужны. Ни сверху, ни сбоку. Ну, как сказали, так и сделаем. Идем дальше. Кроватки. Вот это, я когда фотки в интернете увидел, прям думаю, красота. Так. Очень круто. Удобно. 2 метра есть. Можно лежать. 2 полноценных места. Можно сделать еще доп. Кровати вот здесь вот. Но опять же, да, заказчик сказал, ему нужно только 2 кровати. Только вот такого вида. Идем дальше. Бельевой шкаф. Раз, два. Смотри, сколько места в шкафу. Огромный шкаф. Куча места здесь. Везде можно спокойно ходить. Здесь миллион разных шкафов. Вот такие полки. Вот такие полки. Вот здесь полки. Ну и самое-то. Полноценная душевая кабина, туалет, биотуалет, да, кассета туалета и много места. Прям куча места, в полный рост можно стоять, вытяжка есть, да, то есть 1,90 м, если вы, я думаю, тут ну, нормально, да, встанете. Все закрывается, вот так вот, свет выключается, включается. Необычно, круто. Но самые, конечно, большие вопросы, как это едет. Движок стандартный пазиковский, коробка пазик, стандартная механика. Место водителя смотрите сами. Движок вот здесь. Передаем за проезд, кладем сюда билетики. Как на этом ехать? Сейчас посмотрим. Если разрешат прокатиться, вот тут хотя бы по прямой, ни разу в жизни на пазике не ездил, будет круто. Заходим. Дверь. Есть ступенька, хвататься здесь, поднимаемся высоко. Места, конечно, немного, но как есть. Сказали, можно прокатиться. Перед тем, как прокатимся, 1 минута вашего времени. Правда, это важно. Так, сейчас. Ребятушки, рекламная пауза. Да, пазик, это, конечно, весело, особенно автодом. Но, ребятушки, что вы делаете, когда приходите в магазин за новым ноутбуком? Проверяете вот это вот, потом вот такое и еще вот так вот. Надо взвесить. Все это важно, не спорю. Кстати, у MSI Summit E15 с этим полный порядок. Но самое-то главное, внутри процессор Intel Core 11-го поколения. Новый чип быстрее и на 2 поколения обгоняет те, что сейчас ставят десктопы. Встроенной графики хватает даже на Battlefield 5 на этом ноутбуке. Новые видеокодеки, даже с медленным интернетом качество видео выше и можно смотреть 8К. Ну и третье это Wi-Fi 6, без комментариев. В компании Intel придумали новую платформу Intel Evo. Это самые крутые технологии и гарантия быстрой работы во всех популярных программах. Теперь быстрый ноутбук можно выбрать всего по одной наклейке. Специальная ссылка внизу. Рекомендуем. Обратно в пазик, поехали. Значит так. Садимся. Коробка передач. Опа. Значит, двигатель у нас здесь. ZMZ V8. 136 лошадиных сил. А максимальная скорость у этой машины заявлена 95 км в час. То есть официально больше 100 км в час она ехать не может. Это... Я понятия не имею, что это первое. Так. А почему вот так она выходит по диагонали? Так должно быть? Опа! Так, клиент так захотел. Он сказал, что хочет
на базе этого пазика. На первой я могу ехать нормально. Вот, даже тронулся, но вторая... О! Это четвертая была? Что, не так уж и плохо? Не... Да, это вторая. Yes. Нет, все, я больше ничего не трогаю. Едем. Значит, главное, конечно, проходимость. ГАЗ 66, мосты, колеса. То есть автобус пройдет много где. Если понять, где первая, где вторая. Ну, нужна практика, конечно. Блин, это автобус. Я первый раз в жизни еду на автобусе. Но раньше это была категория D, правильно? Категория D. Сейчас это ГАЗ-ку, горка. Сейчас это категория C. Смотри, какая красота. Так, вот давай-ка аккуратненько там проедем. Вот грязь, смотри, какая грязь. И вот этот... А, так, сейчас. Где? Все здесь. Поехали. Давай. Газу, это был полный газ в пол, если что. Да. Значит так. Передний мост. Понижающая передача. Первая. Поехали. Опа. От. Как тебе такой Илон Маск? Вот это уровень. Короче говоря, вот такой вот аппарат сделан классно. То есть вот то, что касается работы ребят из автоуслуг, лично нам понравилось. Опять же, будете писать, что дорого, да ну, пазик, зачем? Первое, так попросил человек, он так захотел, такой старый пазик, такая комбиновка. Второе, это стоит адекватных денег. Вот здесь остановимся, красота. Это стоит адекватных денег. Попробуйте купить Хюмер за эти же деньги. Вот, посмотрите ценники. Ребятки, вы знаете, можно много писать разных ехидно-скептических комментариев на тему того, что да ну, вот это все пазик. Но давайте, значит, цифры, арифметика. Вот хозяин купил его за 500. Работа ребят из автоуслуги.org, вот фонари внутри, мебель, душ, туалет, это 1 200 000. То есть работа плюс материалы. 1 700 000 вот за это. И новые колеса, и новые мосты от ГАЗ-66. Сиреневый автодом на базе пазика. Такого у нас еще не было. Привет из города Павлово. Приезжайте, тут очень красиво. И ждем ваши комментарии. Увидимся. Пока.